Как получать стабильно высокие урожаи каждый год? Можно ли снизить зависимость от капризов природы? Где научиться выходить победителем в извечной борьбе с болезнями и сорняками? Что происходит в отрасли сегодня? Какие научные разработки появляются на рынке? И как их внедрение поможет сельхозпроизводителям стать еще более успешными? На мероприятии, организованном БАСФ, можно получить ответы на эти и другие вопросы и воочию познакомиться с инновациями отрасли. Итак, мы находимся в Саратовской области, Петровском районе, крестьянско-фермерском хозяйстве Королёва Вячеслава Петровича, на базе которого уже несколько лет успешно функционирует демо-центр БАСФ. Сегодня здесь организован День поля, посвященный главным образом запуску новейшей производственной системы возделывания подсолнечника Clearfield Plus. Я уверен, что в России сельхозпроизводители имеют много возможностей для выращивания подсолнечника. Вместе с технологией Clearfield от компании BASF выращивание подсолнечника стало проще и эффективней. Лично я ценю технологию Clearfield, потому что это результат напряженной совместной работы BASF и производителей семян. Мы работаем в партнерстве с семенными компаниями, чтобы сделать систему Clearfield успешной, и фермеры могли сполна наслаждаться выгодой, которую она приносит. Сегодня у нас хороший шанс не на картинках презентации, а непосредственно в поле увидеть эффективность инновационных продуктов БАСФ. Также этот день поля дает возможность не только поговорить, но и обсудить и поделиться опытом одного из авторитетных хозяйств региона. Поэтому компания BASF высоко ценит эффективность такого мероприятия. С компанией BASF мы работаем уже 10 лет. Компания BASF — профессионалы, работают профессионалы. Все их рекомендации мы выполняем, поэтому добиваемся из года в год все лучших результатов. Как на зерновых, так и на подсолнечных. Этот день поля очень важен для нашей компании, так как в этом году мы выводим на рынок новое поколение технологии возделывания подсолнечника под названием Clearfield Plus. Благодаря высокой эффективности гербицида, благодаря высокому потенциалу семенного материала, благодаря более легкому контролю падалицы на последующих культурах, и, естественно, благодаря гибкости в нормах расхода нового препарата можно оптимизировать свои затраты и получить максимальную эффективность в зависимости от тех возможностей, которые есть у наших клиентов. В 2016 году компания BASF в своих опытных хозяйствах в разных регионах России испытывала несколько норм расхода Евролайтнинг Плюс, в том числе минимальную, которая рекомендуется 1,6 литров, и 2 литра, которую мы рекомендуем, если есть сильный спектр засоренности сорняками. Во всех трех наших опытных хозяйствах нормы расхода обеспечили высокую эффективность, в том числе и 1,6 и 1,8 литров на гектар. Препарат превосходно контролирует как злаковые, так и двудольные сорняки. Вы можете видеть действительно чистые междурядья, на которые, глядя наши клиенты, действительно могут быть уверены в том, что потенциал урожая будет высокий. Новый гербицид Евролайтинг Плюс. Мы его использовали на больших участках, показал себя отличным. Почему? Потому что у этих гибридов практически не было никакой стрессовой ситуации. Препараты фирмы BASF мы в своем хозяйстве очень активно используем. Это очень эффективные препараты, которые позволили нашему хозяйству достигнуть лучших результатов. Систему Clearfield мы применяем с 2004 года. И площади под подсолнечником по системе Clearfield на данный момент у нас составляет где-то 80%. Я думаю, что в следующем году перейдем на систему Clearfield Plus. Мы уверены, что эта инновация даст сельхозпроизводителям еще больше возможностей для получения максимального урожая. Каждый, кто посетил мероприятие «День поля», вынес для себя полезное знание.
которое наверняка сделает его деятельность успешней и прибыльней. А компания BASF и дальше будет работать на благо сельхозпроизводителя. BASF. We create chemistry.